Давай, смотри, крышечку открывай. Сейчас 5-летняя Настя с интересом разглядывает посуду для кукол. Но неделю назад, по словам мамы, ей было точно не до игрушек. Высокая температура и сильный кашель. Итог – срочная госпитализация. В больницу приехали поздно ночью, самостоятельно. Мы сразу сделали рентген, сдали анализ крови тут же. Вот. И сразу нам назначили лечение. То есть все очень удобно. Удобно стало в начале сентября. Теперь двери расположенного на бульваре Любы Новоселовой педиатрического отделения Одинцовской центральной районной больницы открыты круглосуточно. Возможность обратиться к врачу была и раньше, но только в очереди вместе со взрослыми в хирургическом отделении ЦРБ. К нам и раньше обращались, в принципе, достаточно много, поэтому мы пока не ощутили сильного увеличения потока. И днем, и ночью, да, и самообращение, и направление с поликлиникой, и скорая помощь. Конечно, родителям нравится больше, потому что это удобнее. Не нужно в общей приемной со взрослыми и с другими пациентами сидеть в очереди, а здесь уже напрямую к педиатру ты попадаешь. Принимают в отделении детей и подростков до 14 лет. Педиатр дежурит круглосуточно. В планах у этого отделения перевести на круглосуточную работу кабинет ультразвуковой диагностики и лабораторию. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».